В 972 году от Рождества Христова по Днепру великий князь Святослав возвращался со своего похода на Константинополь. Неподалеку от острова Хортица печенежский князь Куря напал на Святослава, желая силой отобрать у него два магических меча, посвященных богу солнца Хорсу. Царь того народа, который выложит эти два меча на алтаре бога солнца Хорса, станет владыкой Причерноморья. Но сделать это можно только раз в 600 лет. Святослав был убит, но по неосторожности печенежского князя один из мечей был утерян. Прошло 600 лет. Потомок князя Святослава, характерник Андрей, был знаменит тем, что он голыми руками открывал турецкие крепости. Запорожские характерники славились тем, что их не брала ни пуля, ни сабля, ни пика. Они могли голыми руками встретиться в бою с целым войском и победить его. У Андрея была невеста, звали ее Оксана. Она носила на шее древнее женское украшение гривна. Это был магический предмет, предназначенный для возложения древних мечей на алтаре бога солнца Хорса. Много лет назад казачий старшина полковник Вербицкий нашел на дне Днепра один из мечей Святослава. Потомок печенежского князя Кури, турецкий янычар Заур, прибыл в Запорожье со вторым хортом. Ночь, которая случается один раз в 600 лет. У алтаря бога солнца Хорса в древнем городе Херсонесе встретились потомки царей разных стран и сразились за право называться владыкой Причерноморья.